интерактивная инсталляция находится в фойе малой сцены Русского драматического театра. Сделали ее специально для маленьких зрителей, которые сегодня пришли на премьерный показ бэби-спектакля «Мой дом». Хочешь попробовать? Тебя как зовут? Мак. Нравится тебе здесь? Да. Куда ты пришел? Тю-тю. В прошлом году в рамках проекта «Лаборатория. Территория роста» в репертуар театра вошли бэби-спектакли. Особенность таких спектаклей в том, что зрители – это дети от 0 до 4 лет, которые в силу возраста не могут посещать постановки большой формы. Это самый, то есть первый спектакль для самых маленьких деток. Они могут выходить на сцену. Мы с ними, то есть они могут быть участниками, и они должны это делать. То есть родители не должны их сдерживать и говорить: сиди на месте, как, ну, да, как в зрительном зале на большой сцене. Дети не имеют права заходить на сцену. А здесь они непосредственно участники. Они с нами могут ходить, включать, выключать, брать в руки что-то. Бэби-спектакли полюбились как детишкам, так и их родителям. Правда, раньше сидеть в фойе в ожидании начала было не так весело. Теперь же есть интерактивная площадка, которая появилась благодаря международному фестивалю акции «Бэби Биеннале 0+». Для участия в ней театру достаточно было организовать на своей площадке показ бэби-спектакля и сделать небольшое игровое пространство. Эти инсталляции сделаны по картинам художников, правильно? Да, русских авангардистов, классиков русского авангарда. Что познает ребенок, когда играет с этим всем? Познает, наверное, предметный мир, прямоугольник, треугольник, что вот он красный, что вот это что-то желтое, какие они контрастные. Также все эти инсталляции сделаны из разных фактур. То есть, вот видите, коврик он у нас меховой, доска у нас твердая, металлическая доска есть и еще мягкие элементы. Так получилось, что у меня рептиция, я пришел на рептицию, а сын тут как бы нашел свое место. И вот ему не хочется уходить, ему очень нравится здесь. А вот к этой именно локации как относитесь? Да, вообще здорово. Я, как бы, честно говоря, сам тут это позависал. Но, во-первых, интересно то, что как бы сделано все не просто так, а со вкусом и со стилистикой. Как бы, я вижу здесь направление авангардистских художников. И как бы это тоже очень интересно. Дети уже с вот такого возраста как-то уже, наверное, немножко вкус развивается. И видит, если они увидят потом уже в будущем зрелом возрасте такие картины, у них, наверное, отсылка к памяти как бы сработает. Это бэби-зона, она планируется у нас работать постоянно на бэби-спектаклях. То есть как только наши зрители видят в репертуаре бэби-спектакль, кухня, мой дом или мы крохи, то они должны быть готовы к тому, что перед спектаклем работает вот эта вот бэби-зона. Возрастное ограничение всех бэби-спектаклей 0+. Валерия Роднаева, Диана Лобанова, телекомпания АТВ.